В Казахстане повысят налоги на майнинг. Соответствующее поручение дал президент. Текущая ставка 1 тенге за киловатт мощности ничтожно мала, отметил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства поручил до 15 марта выявить и проверить все майнинговые фермы, а также разработать к апрелю полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Президент подчеркнул, что государство не против белых майнеров, но у тех, кто хочет работать в этой сфере, должны быть лицензии. Они также вправе получать электроэнергию по адекватным тарифам, выплачивать налоги и запускать проекты зеленой энергетики. Сейчас же, по его словам, социально-экономический эффект от производства криптовалют минимальный, а массовых рабочих мест не создается.